Рекер! Черт, чувак, ты так ворочался. Плохие сны. Пересменка в 10. Это еще 2 часа. И я удивляюсь, как ты вообще заснул. Черт, как же жарко здесь. Как будто на этом корабле воздуха нет. Кстати, тут ирландец был. Тебя будить не стал. И это правильно. Если есть возможность, надо спать. Давай, Рик. Секунду. Система навигации, канал связи со спутником, радар, гидролокатор, охлаждение, освещение на средней палубе. Есть. Ты что-то говорил? Только не говори, что всю эту хрень, навигацию, локатор, охлаждение... Погода ясная, бинокль с собой. 100 лет назад у нас не было бы проблем. А сегодня ослепли как кроты. Гребаные китайцы. Вы не уверены, что это были китайцы? Хочешь поспорить? Ставлю 100 баксов, что это они. Мы встретимся с Титаном, мы узнаем наверх. Пост 6. Что у вас? Ничего. Ничего не видно. Земля явно где-то близко. Вы про чаек? Да. Мы вполне... Просьба всем, кто говорит или понимает по-китайски, доложить об этом своему начальнику. Эми преподнес нам кучу сюрпризов. Сержант, дело еще не в проворот. Тревор, идите с парнями к генераторам ВЛ-4. Гидравлика в простое. Вы должны осмотреть основные подводящие трубы и проверить, не забита ли канализация. Ясно? Держал ирландца на поводке. Вы, клоуны, притащили на борт целую кровь народа и превратили нас в убежище для тех, от кого мы должны держаться подальше. Медотсек вон там. Ее муж заговорил. Но, возможно, травма головы у него серьезнее, чем мы думали. Эй, вам туда нельзя. Вы с ума сошли? Там мой муж. Мне очень жаль. Пустите меня. Кто здесь главный? Не могли бы вы отойти, мэм? Она с нами. Пропустите ее, салаги. Надо сделать томографию. У него может быть кровоизлияние в мозг. Это невозможно. Большая часть нашего оборудования отключилась. Планируем встретиться с Титаном, после чего можно воспользоваться их техникой. Я буду пристально наблюдать за вашим мужем. Я останусь с ним. У меня есть медподготовка. Хорошо. Я буду рада любой помощи. Да, нехорошо, что он без сознания. Тебя ирландец искал. Кажется, он на нижней палубе для техники. Вы с ним еще не помирились? Это все, блин, глупость какая. Если адмирал Чан разжигает войну, то он может и по нам ударить. Мы погибнем и глазом не моргнем. Надеюсь, что все не так плохо, как кажется. Когда доберемся до Титана, будем знать наверняка. Внимание всем! Просьба любой работающей индивидуальной электронной снаряжения отдать для хранения на центральный порт живучести. Ирландец хороший парень, но вечно ввязывает нас в эти передряги. Не знаю, может, я должен высказаться, но трудно. Член подразделения не должен действовать вопреки решениям командира. Это плохо влияет на сплоченность. Но с другой стороны, и о совести не забываю. О чем это я вообще? Если уж на то пошло, решать должен был ты, а не ирландец. Эй, ирландец! Пар! Эй, как дела? Вот, возьми. У нас 396 выживших. В основном женщины и дети. Мы сделали доброе дело. Ага. Эй, ну чего вы? Давайте без этой чуши, что они враги. Нет, конечно нет. Но это не тебе было решать. Дан передал командование Рекеру.
Да ладно тебе, Пак, что важнее? Поступить правильно или соблюсти правила? Знаешь, что обсудим это наверху. Будут проблемы, я отвечу перед Гаррисоном. Да не будешь ты отвечать, а вот командир будет. В идеале на этом корабле может разместиться, пусть и с трудом, до 400 беженцев. Если Гаррисон злится, пусть себе злится. Мы сделали все правильно. Тебе надо придумать объяснение получше. Выйдем на палубу! Эй, салаги! Эй, пропустите, морячки! Пропустите! Матерь Божья, смотрите! Ну же, Рекер! Эй, Рек, очнись! Часы на Титане тикают. Мне нужно видеть, что происходит на борту, прежде чем он уйдет на дно. Здесь действует множество факторов. Мы не знаем, кто на них напал, вернутся ли они. Никакие сюрпризы нам не нужны. Могильщик вас не подведет. Сержант Рекер, командование берет на себя агент Ковик. Подчиняйтесь его приказам, как моим. Разрешите обратиться. Но капитан сержант Рекер... Это не обсуждается, ирландец. Подчиняйтесь своему командиру. Если кто выжил, то место для них я найду. Валькирия займет оборонительную позицию в километре к востоку от Титана. Агент Ковик, забирайте свой агент. На Титане мы будем искать информацию и выживших. Берите оружие и дыхательные аппараты. Я приготовил надувной катер. Идите. Отряд мальчиков на побегушках. Да ладно тебе, ирландец. Торопитесь, Морпей. Время работает не на нас. Сержант Рекер, за штурвал. Мы не знаем, что именно случилось, Морпей. Это наш шанс пролить свет на ситуацию. Смотрите, не облажайтесь. Понимаю, агент. Множество людей на Валькирии зависит от нас. Тут дело далеко не только в Валькирии. Гляди, а меня чуть сюда не определили. А сколько у нас хоть примерно времени, прежде чем он пойдет ко дну? Достаточно. А что именно мы будем искать, агент? Титан, херовина здоровая. Расслабься, наслаждайся поездкой, Морфей. Инструктаж будет, когда доберемся туда. Мы отправляемся в неведомое. Чем наслаждаться? Ирландец, хватит. Вы делаете свою работу, а я буду, блядь, командовать, ясно? Да, агент Гослинг. Повтори, Морфей. Наслаждаюсь поездкой, как ты сказал. Титаном риф на краю пропасти глубиной более 4 километра. Корабль может... Я никого не вижу! Блять, а где экипаж? Господи, она тонет! Глазам не верю! Верь, не верь, но кто-то это сделал! Ковик, сэр! Куда нам идти? Как мы попадем внутрь? Поплыли вокруг него! Ищите пробоину в корпусе или что-то в этом роде! Thank you.
Сюда! Давайте в дыру! Я видел такие повреждения раньше. Китайская противокорабельная ракета. Плыви внутрь, Рекер. Эй, слушай. Титан был вне зоны действия шанхайского импульса. На нем сохранились неизвестные нам записи данных, охватывающие несколько часов. Вот почему мы здесь. Нам лучше поторопиться. Давай. Вовик, у вас есть стратегия на тот случай, если эта штука перевернется? Когда-нибудь он с рифа соскользнет. И когда это случится, нам лучше быть в другом месте, с регистратором данных. Что-то не звучит как план отхода, не? Будьте осторожны. Мы на палубе С и направляемся к центральному посту живучести. Ищем люк G46. Он приведет нас внутрь. Хорошо, где это? Вот люк! Рекер нашел! Дай-ка я помогу тебе! Открывайте! Мы спускаемся туда? Плавать ведь умеешь, а? Морпех! Мы доплывем до средней палубы и вынырнем уже выше уровня моря. Приготовиться! Ты слышал, что этот мудак сказал? Прыгай! Выжившие? Может, механически. Нужно идти. Уровень воды быстро поднимается. Ну что, готовы? Готовы. Они близко. Звук идет откуда-то спереди. Нет. Сэр, кажется, это сигнал СОС. Кому-то, видимо, нужна помощь. Я этого не знаю, сэр.
Наша задача не только гребаная разведка, но и поиск выживших. Сейчас ни время и ни место. Пойми, сержант, жизни десятков тысяч людей зависят от нас. Машинное отделение. Ничего себе, весь этаж затоплен. Черт, кажется, вода поднимается. Найдите путь. Они по другую сторону двери. Сюда, быстро. Здесь! Эй, внизу! Вода прибывает, ты должны нам помочь, это единственный выход. Не волнуйтесь, мы вас вытащим. Отойди, Марпя. Блядь, приварено. Вынеси ее! Они, считай, мертвы. Пошли! Черт, нас два! Мы их не оставим! Да ты рассказывал Близаком, мы справились бы минут за 9, а вода прибывает. Мы бы вытащили уже трупы. Оставляем их здесь. Это приказ, ты слышал слова Гаррисона? Да пошел ты! Держитесь, ребята! Нет, Ирландец, нет! Отдай! Черт возьми, Ирландец, успокойся! Ничего не поделать, пойдем! Вперед, вперед! Сукин сын, я ему устрою. Он у меня получит. Рекер, нужно идти. Эй, нас заперли здесь. Не оставляйте меня, я не хочу тут умереть. Кто вас запер? Нас заперли здесь, а потом оставили. Не знаю почему. Дали по кораблю ракету, а потом поднялись на борт. Это бред какой-то. Рекер, пойдем уже. Эй, я не хочу здесь умереть. Нет, прошу вас, передайте моей маме. Передайте ей. Я не могу вот так умереть. Давайте заканчивать цель. Через пару минут он пойдет ко дну. Ты нашел его, Рекер? Теперь валим нахер с этой рухлини. Как раз, блять, вовремя. Назад на Валькирию. Я слышу голоса. Снимаем их. Давайте. Мочите его! Вперед! Надо прыгать! Давай!
нас контакт! У нас контакт! Осторожно! Нет! Сохраняем спокойствие! Внимание! На подходе противник!
внизу, штурмовой катер. Мы теперь сраные катера угоняем? Это наш единственный шанс свалить. Вертушка. У этого мудака на прицеле.
нацистская вертушка. Мы у этого мудака на прицеле. Колодезная палуба открыта. О чем думает Гаррисон? Это не Гаррисон. Нам нужно внутрь, сейчас же. Добраться до мостика, быстро! Капитанскому мостику! Веди, Рэй! Осторожно, ребята! Тут не поймешь, кто друг, кто враг! Участок!
можем пройти через медотсек. Открывай, Рекер! Ханна в беде! Выносим дверь! Какого хрена, Пак, давай! Знает. Где он, черт побери? В другом месте. Приказ Гаррисона. Что? И ты его оставил? Ему наплевать на меня. Что я должна была делать? Драться с ним? Я держала оборону. Позвоните на мостик, спросите Гаррисона, где он. Он вас послушает. Боже, Ханна, мостик отрезан. Уходим отсюда. Могильщик, вперед! Я за вами. Волна сюрпризов, да, Ханна? Thank you.
Помнишь? Давай, дайте этим ублюдкам добраться до капитанского мостика. Ковик! Ковик! Атакуй, атакуй! 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 Атакуй!
бойцов! Могильщик, давайте! И дайте этим ублюдкам добраться до капитанского мостика! Ковик! Ковик! Минус один! Транспорт! Ой, готов! Бейте их, пока они не высадили бойцов! Сбей его, Рекер! Отлично, сержант! Чудом пронесло! Вижу их! Вижу! Огонь! Огонь! Дайте мне! Вражеская ведущая! Рекер, можешь попасть? Первым, командир. Какой будет приказ? Отправляемся на мостик и ищем Гаррисона. Похоже, ты снова командуешь. Черт! Чисто! Чисто! Капитан Гаррисон, мост чист. Он в порядке? Состояние стабильное. Где агент Ковик? Он не выжил, сэр. Черт побери. Благодаря могильщику Валькирия все еще на плаву. Однако ее здорово потрепало. Мы далеко от дома, ребята, и во вражеской акватории. Думаю, худшее еще впереди. Так что я рад, что у меня на борту морпехи. Сержант Рекер, жду вашего отчета через 15 минут. Могильщик в вашем распоряжении. Есть! Информация, которую вы добыли на Титане, подтверждает, что Тихоокеанского командования больше нет.
китайцы уничтожили его ракеты. Ситуация подряда? Ирландцу это не понравится. Ирландец не видит всю картину в целом. У нас чрезвычайные обстоятельства. Она отправляет... Ирландец хороший мужик. Я присмотрю за ним. Я оценю это, Пак. У вас явные задатки лидера, хотя путь вам предстоит еще долго. Спасибо, капитан. Нам нужно что-нибудь знать об атаке на аэродром. Да. Приведите Рекера. Пак, Рекер, слушайте меня внимательно. Наши последние ракеты должны быть использованы по назначению. Атакуйте аэродром. Следите за землей. Дайте сигнал, если увидите их самолеты на предангарных площадках. Мы разбомбим их и пойдем дальше, на запад, через пролив. Вас понял, капитан. Нет ничего проще. Пак. Рекер. Возможно, вы не выживете, как и многие ваши друзья. Но другого шанса не предвидится. У отряда, который доберется до аэродрома и выпустит сигнальную ракету, будет всего 30 секунд, пока мы не устроим ракетный дождь. Вас понял. Не станьте еще одной цифрой в статистике погибших. Хана. Пошли, Рекер. Вперед, морпехи, вперед! Приказ капитана, ирландец. Куда это ты собралась? Я вызвалась добровольцем. Добровольцем? А кто разрешил? Капитан Гаррисон, разговаривайте с ним. И вы все об этом знали? Вы китайский знаете, сержант? А вам-то какое до этого дело, дамочка? Я лишь хочу помочь. Вы же меня поддержите. Я считаю, что это ужасная ошибка. От нее будут одни неприятности. Внимание всем! Сейчас будет говорить капитан Гаррисон. Бойцы на Валькирии, я знаю, что мы устали. Все мы страдали. Теряли друзей, любимых. Сделаем так, чтобы это было не напрасно. Шторм не дает вражеским самолетам взлететь. Но это ненадолго. Пусть остался только наш корабль. Но мы не позволим потопить себя без боя. Мы пойдем на запад. Мы нанесем удар по аэродрому под прикрытием шторма и обеспечим себе безопасный проход через Сингапурский пролив. Нам помогут скорость и смелость. Пусть этот шторм приведет нас домой. Просто класс! Лучше не начинай, Пак!